Кота, и боюсь. Какой красивый остров, да? Ну да, красивый. Неужели возражаешь? Алёшка, воробах? И что они там делают? А черт их знает. Какое интересное положение. Одни бабы. Женщины. Ну да, женщины. Ну да. Когда в дохлую утку попал, и по острову в полный рост пройти нельзя, когда ты на свою охоту выходишь.
Мы с тобой, Алёшка, погибали 11 раз в море, в штормах. Не боюсь. А женщин сказать, ты мне нравишься. Боюсь. Не боишься? Интересно. Члены правления колхоза могу видеть? Можете. Я там был, там никого нет. А вон туда смотрите. И что такое? Путевка. Какая путевка? Моя путевка. Вы читаете? А вам, собственно, что нужно, гражданин? То есть как что надо? Вы в город писали требования насчет механика? Писали. Ну вот я и приехал. Механик? Механик. Ну да. Ну да. Ух ты, милый! Да чего так обрадовались? Да как же, думали, завтра в море не выйдем. А ваш-то где? Своих мы в армию отправили. На Дальний Восток уехали. Тихоокеанский флот. Ну, мы к вам на всю путину. На 3 месяца. Эш. Моя бригада. Ну, трусливая. Ну, как сказать. Знакомься! Приехал! Неужели механик? Механик. Ну, гора.
Здравствуйте. Председатель правления. Ну, приехали. Приехали. Ну, Маша, пойди проводи. Покажи баркас. Ну, пойдем. Ну, вот он. Осматривайте. Нравится. Нравится? Очень нравится. Ах, очень нравится. Даже больше того. Ну так осматривайте, раз больше того. А чего мне его осматривать-то? Я на все могу. На мотоцикле могу, на автомобиле могу. На аэроплане можете. Могу. Врёшь! Что это? Мои любимые бусы. Ты доставай теперь. Ну, ныряй, ныряй, ныряй. Доставай, тебе говорят, да? Безобразие. Не беспокойтесь, пожалуйста. Он достанет. О, хорошо плавает. Не беспокойтесь, я говорю. А вы меня пока проводите, ваше правление, галхоз. У меня командировка есть. Пожалуйста. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Тоже смыло? Чего смыл? Бумажка. Нет, бумага есть. Печать есть. Буква пропал. Ну ничего. Все равно проводить, пожалуйста. Он достанет, достанет. Не беспокойтесь, пожалуйста. Алешка, ты все доставай, да? Не беспокойтесь, пожалуйста. Из-за девушки, которую один только раз вижу, потерять аппетит. Никогда в жизни. Врёшь всё. Ты мне её по уши. Надло в тенге. Ошибаешься. У меня очень серьезный аппетит. И сам ее по уши. Вот это я ясно вижу. Браво.
Знаешь, Алёша, не будем спориться. Ты здесь посиди один секунд. Я сейчас приду. Приятный аппетит. Пойду приеду.
Заболел Алешка. Говорит, сердцем больной. Не хочет идти в море. Какое такое сердце? Самое здоровое сердце? Алешка, что поняли? Баркас стоит? Ты что, плачешь? Разве можно в такое горячее время плакать? А? Болит что-нибудь, да? Болит. Доктор надо? Не надо? Такое горячее время, получается некрасиво. Алёшка, кто поёт? Директор стоит, да? Давай, толкай. Давай, толкай. Толкай, давай. А ну, взяли, да? Взяли. Так, толкай, толкай, дедушка, толкай. Вот, хорошо, хорошо. Так, давай. Давай, 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 ещё давай. Давай, так, еще давай. Дали! Дали! Ветер будет свистеть, а тело здесь любое. Волны космальные гуляют на просторе. Родный молот перевез концерт. Thank you.
Простите, Машенька. Алёшка. Алёшка. Поговорить надо. Dar demi, daha desem, daha yer. Если я свой горе, горе расскажу, гора растает. Ты что на меня так смотришь? Не смотри так на меня. Скажите, чтобы не смотрел так на меня. Я хочу говорить про мой друг. А мой самый лучший друг и товарищ, вот он, стоит здесь, симулянт и прогульщик. Смотрите на него. Алешка, я тебе говорил, Минулин, пойдем. А он? Ох, ах, плачет. Доктор надо? Не надо, не надо. Мы все, все, все говорил, все просил. Алеша, пойдем, пойдем. Пойдем. Он не ходил. Он ходил? Куда ходил? Город ходил? Покупал? Бус-мус? Всякая чепуха? Чепуха? А да, ты понимаешь, ты один механик вести колхоз. Вести, понимаешь? Не понимаешь? Баркас стоял? Стоял. Сколько рыбы не хватает? А? Пять раз больше не хватает. Как ты мог обманить весь колхоз? И мне. Дайте мне высказаться.
Знаешь что, Иисус, вот я смотрю на тебя и думаю, по-моему, на Машеньке должен жениться ты. Я? Ты. Я? Алёшка. Менелюн. Серьезно говоришь? Я женюсь. Я женюсь. Эх, Алёшка, какой жизнь у меня будет мировой. Ты знаешь, мы с Машенькой два как один вместе на море ходить будем. У нас будет сын, дочка, много-много. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Ты знаешь, какую пальму я себе сделаю? Представляй себе, море, чайки, 10 баркас. Один за один. На каждый баркас 21, 22 музыкант. Ты дирижер высосимфонический оркестр. Играй. Музыка играет. Уча дağlar başında bir sürü koyun. Bir sürü koyun bala, bir sürü koyun. Uzaktan bakmakla ben nice doyum. Ben nice doyum bala, ben nice doyum. Ах, играет. Даже рыбка из воды слушает. А мы плывем, плывем. Нет, не плывем. Летим, как чайка. Хорошо. Нет. Не буду жениться. Тебя жалко. Не могу. Вы думаете, я вам отдам Машеньку?
вы думаете, я вам отдам Машеньку? Драться буду, как на фронте за Машеньку. О-о! Испугался? Не боюсь? Чё кричишь? Подумаешь? Так, ты что? Давай спросим у них. Давай спросим. Машенька. Thank you.
наших рядов горячо любима товарища. Не стало прекрасного бригадира. Нет с нами Машеньки. Нет ее в живых. Не стало любимого друга. Маша. Кто умер? Говорите. Ты умер. Ты умер. Ты умерла. Ты умер. Thank you.
ударники лучше меня. Посади их вперед, а? Ладно, всех по очереди. Товарищ, я вас очень прошу, товарищ. Алешка, ты мне товарищ, да? Я вас очень прошу. Алёшка! Алёшка, ты мне товарищ, да? Не забывайся, Алёшка! Спасибо. Пожалуйста, мне дома дело есть. Алёшка меня ждет. Могли по фигуре. Не надо, не надо, зачем мерить? Да не надо, папа, дедушка, зачем мерить? Не надо мой номер. Слушай, я тебе русским языком говорю. Машенька. Мне с тобой поговорить надо. Я тебе русским языком говорю. Мне Алёшки ждёт, понимаешь? Алёшки ждёт. Что за что, Лёшка? Вот что за Лёшка? Дедушка, мне как раз. Надо мерить надо. Не надо меня. Надо мой номер, я тебе говорю, мой номер. Мой корабль, сидеть можно. Да, не снимай штаны, за кем штаны снимаешь? Дедушка, мой теперь, мой самый любимый девушка отбирает меня. Слушай, что вы делаете? Что вы ко мне пришли? Надо, надо, мерить сразу. Слушай, дедушка, ай-яй-яй, дедушка, ай-яй-яй, а? Теперь, может быть, мой счастье бежит от меня? Мерить надо. Не щекотай меня, не щекотай меня, что вы делаете? Пошла, пусть хватит, довольны, как раз. Смотри, правильный номер, правильный, как раз. Смотри, вот верно, вот мерить надо. Пусть хватит, довольны. Как раз, говорю, как раз, дедушка. Верни номер, пусти ворот! Отпусти меня, да? Ладно, мерим! Машенька, ты готова?
не бойся, не бойся. Не пойду сейчас. Иди, говорю. Не могу. Другой раз как-нибудь. Ну не можешь, так я сам пойду. Куда ты? Пусти. Куда ты бегаешь? Пусти. Куда ты? Пусти. Погоди, ты... Пусти. Алешка. Ай-яй-яй, дедушка, я тебе говорил, не надо мерить, как раз. Вот ты как раз. Я люблю тебя, Машенька. Вот тебе раз. Как так любишь? А так вот. Полюбил. Что ты, Алешка? Милый мой. Хороший. Славный. Я ее абсолютно не люблю. А она тебе? Она, по-моему, тебя любит. Врешь. Поди ее и спроси. Ты ее совсем не любишь? Или чуть-чуть любишь? Давай поговорим. Давай поговорим. Машенька. Мы вместе на море ходить будем. Я Алёшке хотела объяснить. Да он убежал. Ага. Ты меня выслушай. Ты поймешь. Я пойму. Я люблю тебя, Машенька. А я другого люблю. Простите, Машенька. Он опять обманул меня. Кто? Алешка сказал, ты меня любишь.
подожди. Пошли! Ну подожди! Пошли! Подожди, Юсуф. Вот, смотри. Брат твой очень хорош. Это не брат. Это жених мой. Любимый мой. Я ему слово дала. Он далеко теперь. На Тихом океане. Все равно, Машенька. Я тебя очень люблю. Понимаешь? Люблю. Ну, пойми. Ну, а если тебя Ворошилов служить позовет? Пожалуйста. И ты уедешь далеко, на границу. Пожалуйста. А твоя любимая другого себе заведет. Ждать покажется долго. Как твое сердце там? Беспокойное будет. Ну-ка, подумай об этом. Правильно говоришь. Только я еще больше люблю тебя, Машенька. Поди сюда на минуту. Прощай, Люба. Прощайте. А ты куда? Домой еду. Там твоя путинь началась. А Баркас? Ты теперь сам справишься. Ну, прощай, Леш. Прощайте. Алёшка домой пошел. Алёшка! Стой! Стой, говорю! Машенька, я сейчас.
Я тоже домой пошел. Передайте наш горячий привет весь колхоз. Самый большой, самый крепкий. Не щекотать. Да я забыл. Дело. Да она и некрасивая. Алешка, зачем врешь? Она очень красивая. Она очень хорошая. И ты ее любишь. И я ее люблю. Только у нее жених есть. Какой жених? Такой. Хороший жених. Он Тихий или Великий океан во флоте служит. Жених. 4 года плавает, и все жених. А, чок поел. А если мы с тобой женихи будем, и нас Тихий или Великий океан служить позовет? А? А твой невеста другой себе заведет. Как у тебя будет сердце там? Неспокойно. Вот, получается некрасиво. Очень некрасиво. Ну, неужели возражаешь? Лети быстрее, чайка, в синем море вечер настает, поскорее.